здесь у нас остывает пока масса. Сейчас я Игорь попрошу, он все перейдет в миску и поставит на лед. А мы с вами будем заниматься тем, что будем каждую креманочку смазывать маслом. Все очень просто, да? Мы берем салфеточку. Игорь, ты сделаешь на ледяную баню, чтобы остудить нашу потом горячую. На самом высокую масло. Салфеточку чуть-чуть. Смачиваем. Чесноку уже более не будет. Вот, зато все будет хорошо пахнуть. И все. Нет, никакой муки не надо. Да, мы же не запечем ничего. Мы все наоборот замораживаем. И просто смазываем вот так. Все. Хорошо, берем еще салфеточки. Креманка надо заморозить для того, чтобы десерт быстрее застыл. Десерт из желатина замерзает обычно где-то за 2-2,5 часа. Ну так, потому что, ну вот, знаете, процесс можно сократить до получаса. Если изначально остудить хорошо посуду, то хорошо будет пробирать это все холодное. И не забывайте, если масло не выбирает сюда, это надо налить это. In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never.